Привет, друзья! Крит, Ретимна, 10 утра. Ну, раз море, значит рыба. Многие приезжают на Крит, хотят, думают, мы тут рыбки поедим, но с рыбкой напряг. Рыбы мало, и то, что рыба продается в основном в тавернях, в рыбных магазинах, это свежемороженое, в лучшем случае. Но вот только что я нахожусь прямо по центру пляжа Ретимна, в районе отеля Левконика. Сегодня моя задача была снять паразитов на рыбе. Сейчас многие туристы купаются и боятся, мало ли кто на них запрыгнет и покусает. Вчера моя дочка видела, например, летающих рыбок, прибежала папа, а они страшные, кусаются или нет. Так вот, сегодня мы поговорим о паразитах на рыбах, о таких веслоногих ракообразных или водные вши или карпоеды. Что же это за зверь? А это такой веслоногий рачок, который присасывается на рыбку, особенно ближе в районе головы. И медленно-медленно пьет ее кровь. Опасные ли эти ракообразные веслоноги для человека? Ну, пишут, что не опасные. Во-первых, они отрываются, но не просто. Вот позапрошлом году Александр из Москвы, рыбак, значит, не мог поймать рыбу и в конечном итоге наловил очень ценные рыбы. Я ему сказал, как, то есть на морских червей наловил. Здесь есть очень вкусная рыба, таким очень интересным названием мурмур. Мурмуров наловил. И вот половина из них была в этих водяных вшах или этих веслоногих рачках. Но отодрать их было непросто. Он их даже рыбу повыкидывал. Так вот, сейчас я под водой сделал подводную съемку и сфотографировал этих рачков на рыбе. Как раз таки на вот этой вкусной рыбе. Также мы сейчас под водой с вами по подводному виду видели очень хорошая, вкусная трофейная рыба, которая здесь в магазинах продается как лаврак сибас. Это вот это вот длинненькие, покрупнее рыбы, которые спокойно плавали передо мной. Но что интересно, рыба вроде бы плавает вот передо мной спокойно, но у рыбаков в трофеях, в сетях ее практически никогда нету. Очень хитрая рыба. Вот. А в магазинах это все продается свежемороженое, садковое. Рыба на первом месте, насколько я помню, раньше была Турция по экспорту, вот этой свежемороженой рыбы. На втором месте Греция. Thank you.
обнаружил очень быстро. Моя задача была найти рыбу. Только увидел глубину и камни, и нашел рыбу. Видел барракуду. Лавраков я сейчас вам покажу. Снял, кефаль. И очень много, но небольшие мурмур. Вкусная трофейная рыба. На самом деле, веслоногому ракообразному, значит, ну, достаточно надо многих этих, много рачков, чтобы они залепили всю рыбу, и тогда рыба умрет. Один-два вот этих рачка большого вреда рыбе не приносит. Так что мы сейчас с вами узнали, насколько опасен этот веслоногий рачок. Чем мне нравится пляж Ретим, на то, что он широкий и длинный. Хочешь — лежи на шезлонге под зонтиком, а хочешь — просто валяйся на песочке и купайся в хорошем чистом море. Или вот так с палаточки даже можно на пляже Ретим.